по направлению жилищно-строительных сбережений. При плане выдачи займов на 2017 год в размере 181 миллиардов тенге жилстрою Сбербанком выдано 42 тысячи льготных жилищных займов на общую сумму 290 миллиардов тенге или 160% от плана. Для дальнейшего стимулирования системы жилстрою сбережений оптимизированы и снижены требования по бизнес-процессам со стороны жилстрою Сбербанка, что позволило увеличить в 2,5 раза количество ежедневно заключаемых договоров с 1 тысячи до 2,5 тысяч вкладов. Данные меры позволили обеспечить ежегодный прирост новых вкладчиков на 35% в систему жилстрою сбережений. Кроме того, необходимо отметить, с 1 августа 2017 года запущена единая тарифная программа «Баспана», которая объединила все ранее действующие тарифные планы. И на сегодняшний день каждый человек сам решает, сколько лет он будет копить, под какой процент он хочет получить жилищный заем в зависимости от своих финансовых возможностей.